Thank you.
Этот не похож на обычного мутанта. Ты говорить умеешь? Ну да. Чего же ты молчал все это время? Как-то повода не было. Посмотрим, как вы справитесь с этим. Выбираться отсюда. И поскорее. Да, но сначала нужно забрать портал. И вдруг я хоть здесь найду своего брата. Зачем тебе портал? Ты видел, что там?
Там же целый новый мир. Столько ресурсов, а если им завладеет плохой танк, мы не должны этого допустить. Ладно, тогда находим портал, забираем и валим с этой железяки. Это вряд ли. Многих деталей не хватает. Хотя, я думаю, я смогу Что, мелюзга, кого первого раздавить?
отвлеки их. Я что-нибудь придумаю. Здравствуйте, мои дорогие друзья! Как вы все помните, мы подобрали этих несчастных умирающих бродяг на просторах наших пустошей. Мы дали им новую броню и оружие и сделали из них настоящих бойцов. И все это ради того, чтобы дать им шанс примкнуть к нашей большой семье. Им всего лишь нужно пройти несколько небольших испытаний. И как же справятся наши ребята? Они уже прошли через наш отдел утилизации, где одолели местных ребят. Срезали путь и подчинили гиганта. Правда, зачем-то оставили его вот этому странному типу. Сразились с Гором и даже смогли приручить бедолагу, а прямо сейчас они ведут ожесточенный бой с братьями Дико и Бразом. Справятся ли наши новые герои на этот раз? Пройдут ли они через все препятствия или станут историей, как и их предшественники? И кто этот загадочный преследователь и что ему нужно? Давайте же узнаем. Это
Эх, снова куча работы. А это нам пригодится. Вы пришли убить меня? Нет, мы даже не знаем, кто ты. Что это за место? А, сейчас я вам все расскажу. Когда-то давным-давно, еще до войны и взрывов,
советские ученые решили создать мегабункер как раз на случай апокалипсиса. В процессе они несколько раз меняли план бункера, расширяли его, что-то добавляли. В общем, в итоге сделали не просто бункер, а самый гигантский город-танк. Во время войны они собирали туда всех раненых, искалеченных и несчастных. Как только прогремели взрывы, они закрыли все двери и долгое время жили в этом бункере в мире и спокойствии. Так было, пока не появился он. Один немецкий офицер как-то пронюхал про этот бункер и перед самыми взрывами пробрался внутрь. Он нашел себе союзников, пообещав красивую жизнь, подобрался к главнокомандующему и захватил власть над городом. Только это произошло, все изменилось. Некоторые присоединились к нему в основном от страха. А тех, кто был против его безумных идей, он разбирал и собирал сотни раз, пока те не сходили с ума или не становились его рабами. Но, как ты понимаешь, власти не бывает много. Как только он сделал рабами всех, кто был в бункере, ему стало скучно. Тогда-то и пришла в голову идея создать это безумное шоу. Он создавал монстров из своих рабов, находил выживших на пустошах и пускал к этим монстрам на растерзание. По всей видимости, вы одни из выживших. Да, это все интересно, но я спрашивал, что это за помещение и что был за портал. Это моя темница. Я был правителем этого города после апокалипсиса. Но тот самый офицер сверг меня и заточил сюда. Ого, тогда мы вытащим тебя отсюда, и ты снова будешь править этим городом. Да, тут недавно что-то капало с потолка, что-то вроде топлива, но какого-то странного цвета. Я хотел изучить эту жидкость, но как только дотронулся до нее, она исчезла.